Первый. Пожалуйста. Не добивай, кулаком добей, пожалуйста. Он меня кулаком добил. Гандона, добей кулаком его. Гитара съебана. Спасибо. На войне правды всегда жертвуют в первую очередь. Но кто определяет, что есть правда? Правда зависит от точки зрения. Обязанность солдата защищать простых людей. И иногда ради этого приходится врать о том, что война – это борьба добра со злом, а вовсе не естественный отбор в особо крупных масштабах. Единственная правда заключается в том, что наш мир – огромная пороховая бочка. Вопрос в том, кто черкнет спичкой.